Ну вот, что? А, блин. Я так и знал. Я так и знал. Давай, иди сюда. Иди сюда, мистер Зомби. Иди сюда. Иди сюда, иди сюда, иди сюда. Упс. Упс. Текс. Значит, что у нас здесь будет? А, на втором этаже. Я сам не знаю. Ну, давайте подумаем. А, наверное, здесь будет спальня? Или все же... Я не знаю. Здесь будут печи. Вот здесь вот. Давайте прям даже сделаем сразу для них такую вот штучку. И поставим факел, чтобы здесь не спаунилась никакая нечисть. Так, идем наверх. Уголь, я думаю, что уголь нам пока не нужен, так что мы его не будем собирать. Такие вот мы экстремальные ребята. Так, где у нас были окна? Лучше спуститься. Не хочу жертвовать своей жизнью ради того, чтобы посмотреть, где были окна. Ага. Все-таки. А, наверное, это из-за того, что... Да-да-да-да. Скорее всего. У меня же идет скала сужения, то есть она сужается сюда вот. И получается, что нет места для окна. Ну ладно, значит, у нас будет здесь такое огромное панорамное окно, хотя... Сейчас что-нибудь придумаем. Здесь окно нужно. Здесь одно единозначно нужно. Факел и окно. Гениально. А здесь у нас будет выход. И здесь будет дверь. Давайте сразу сделаем дверной проем. Да, и там будет у нас балкончик.
Слишком пустая стена. Здесь нужно тоже окно сделать. Где сделаем окно? Ну да, здесь света точно не хватает. Ау. Да, у нас будет такое вот окно. Ау. Так, меня это уже начинает немного подбешивать. Значит, нужно просто закрыть вот так вот, да? О, круто. Я не хотел этого делать. Не нужны мне эти ворота. Да, примерно так. Ну да, как-то так. Хотя это выглядит, конечно, немного странно. А, но нормально. Сойдёт. И так сойдёт. Ай, ладно. Теперь нам нужно... Да ладно вам, ребят. Просто факел горит. Они следят за мной. Нет. Нет, уйдите. Дайте мне поспать. Ну, кто первый? Кто первый? Не слышу. Ты всему виной, зомби. Ты всему виной. Ра! Сколько овец? Сколько овец? Я должен это сделать. Ну вот ты где был все это время. Теперь понятно, почему я не мог уснуть. И теперь мы можем поспать. Ура! Как раз становится здоровьицем. И... Бррр. Ага. Ага.
А что ты можешь? Та-та-тан. Та-та-тан. Тебе надо поработать над прицелом, скелетик. Так, мы сейчас завершим строительство нашего дома. Ну как завершим? Нам нужна лопата. И у нас вроде как раз есть одна. Оу. Ничего так он попал. Чистую землю. Сколько вас здесь? Это мой рай. Овечный рай. Так, и сделаем лап. Да вы издеваетесь. Серьезно. Овца. Такая овца. Ладно. Эй, вы. Ребят. Да. Да, я хотел сделать, точнее, набрать немного песочка. Вот ведь ему везет, а? Эй! Слушай, друг, может, не знаю, давай повеселимся. Мой план сработал. Идеально. Слушайте, ничего так песка. В глубину именно. Может, что-нибудь с песчаником сделаем? Не знаю, но это уже, думаю, после. Так, сколько у нас песка? Ого, 2 стака с небольшим. Это много. Угу. Овцы, вы просто божественны. Давайте, дайте мне еще шерсть. Это мой рай. Да, что мы хотели сделать? Мы хотели переплавить много всего. На.
А пока у нас плавится, я думаю, что на этом я закончу. Спасибо, что посмотрели. С вами был Фристайл. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте и, самое главное, добавляйтесь в группу ВКонтакте, потому что там проходит конкурс. И мне бы очень хотелось, я бы очень порадовался, если вы бы приняли в нем участие. Да боже, только что же ты... Я кольцо овца. Ты просто ты... Ты монстр. Овца-монстр. Давай, сделай это. Сделай это. Скушай траву. Скушай траву. Да! Давай еще раз. Повтори это. Давай, давай я уйду. Вот к той овце. Да ты же просто бог. Давай, давай, овца, привет. Ешь. 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 Ешь, я сказал. Ну ешь. Ну. Овца, вот ты. Ты прям вообще же бомба. Ладно, я закончу. Да вы издеваетесь. У меня уже с нее 12. Ладно, всем спасибо, всем пока. Скоро увидимся.